А мне похуй, я Саски. Покажу вот так вот. Опа, ага, да. Красиво. Здрасте, Радио, кстати. Так, сейчас, секунду. Вот. Такс. Ну чё? Я думаю, может быть, одиночную уже игру взять. А я заспавнюсь там же, где я вышел. И не там же заспавнился. Короче, пацаны, смотрите. Это я. Вот. У меня особо ничего не изменилось, кроме как мой костюмчик начал гореть. Но это еще вы вчера увидели. Я расскажу, что вчера ночью уже произошло. Если вы пропустили. Во-первых, я соединил, есть такая монетка и денежный магнит. Вот, я их соединил, и у меня теперь и монетка, и денежный магнит в одном. Вот, у меня есть вот такое йо-йо, это глаз Ктулху. Вот, у меня есть вот такая пила, сейчас я вам покажу ее. Вот, допустим, да. Вот, у меня есть НЛО, в котором я могу летать. И также я могу заспавнить 5 НЛО, вот таких вот, которые очень быстро перемещаются и идут кого-то убивают. Вот видите, у них очень большой урон. Вот такая вот кирка. Я вообще охренел, то что такая есть в Феррари. Так, короче, смотрите, вот это вот у меня все есть. У меня теперь есть вот такой вот меч. Смотрите, да? Вот. И еще, про облако я же вам рассказывал, да, то, что подписочник мне говорил. Вот такую турель поставил. Помните, говорил, что у меня есть штука, которая стреляет пауками, да, она, короче, была слабая, вот, эта штука была слабая, я взял себе вот эту, мне говорят, покажи посох дракона, у меня нету посоха дракона, потому что для меня это еще рано, вот, и я вам сейчас покажу ферму денег, которую я сделал по туториалам на ютубе, и у меня реально получилось, у нас завелся грибобас, кстати, сейчас, секундочку. Какая-то музыка страшная, кстати, начала играть. Смотрите, у меня есть 6 платиновые монеты, 99 золотых монет. У меня есть вот этот вот клинок, как его там, Фамфампура его называет, Никита или как-то так. Вот, ну, короче, самый крутой клинок, но вот этот на самом деле круче. А у Никиты еще круче, у него как будто два маленьких клинка, и он как будто его так вот ими машет. Вообще класс. Так, сейчас я вам покажу, я построил ферму денег. И как она работает? Она не работает так, как на Ютубе, я посмотрел. Вот. Я вам сейчас покажу, как она на Ютубе должна работать. Точнее, как она по заявлениям, она очень много должна давать денег. А на самом деле дает очень мало денег. Мне сейчас надо будет долететь, я вам покажу свою ферму денег. Я вчера на ней совсем чуть постоял. Дело в том, что она вообще должна быть АФКшная, а у меня получилось так, что она не АФКшная получилась. Она на зажиме должна быть, мне и приходил. Ядрить, пацаны, чё мне сегодня приснилось? Капец. Блокбастер. Очередной фильм можно снимать по поводу того, что мне приснилось. Прикиньте, я вам еще расскажу. Что это сзади пролетело? Так, вот эта башня, которую мы еще не разрушаем, это потому что уже конец игры, а мы еще не дошли. Мы идем по порядку, потому что я уже бы мог вчера... Мы бы уже вчера могли бы закончить игру, но мы решили растянуть удовольствие. Сечете? You know what I'm saying, nigga, yes? Так, сейчас, еще кое-что. У меня был фонарик. Как его активировать? Бля, я его выкинул, да? Тупое говно, тупого говна. Яйцо... О, вот, вот, фонарик со мной летает, все. Сейчас я его поставлю. Или я его уже поставил? А, вот. Так, все, это фонарик со мной летает, светится прикольно. Так, почти прилетели, кстати. Мы вчера было обидно, может быть, люди, кстати, большинство на этом разошлись. Мы целый час видали, как за мной деньги летят? Заметили? Так, итак, смотрите, ферма денег, пацантре. Все, прилетели на мою ферму денег. Отключаем, значит, огонек. Никита, кстати, смотри, ты смотришь? Это я тебе добыл. Отключаем огонек. Берем самый-самый слабый йо-йо. Видите, самый, ну типа, самый первый деревянный йо-йо. И смотрите, вот видите, у меня здесь есть дырка, и вот здесь есть дырка. Отключаю НЛО. Смотрите, в чем прикол моей фермы денег. Стоим здесь, стоим. Я вам сейчас покажу вот так вот. Сейчас, братуха, я почитаю. Вот если в океане строишь из этих блоков, то здесь создается биом почему-то джунглей. И тут спавнятся джунглевые плавающие монстрики. И смотрите, и вот тут вот скос, видите, вот такой вот скос.
И вот рыба подплывает, и она вот сюда вот попадает по этому скосу, заметили? Оп, и она у меня. Теперь смотрите, вот этот аксессуар, смотрите, при ударе врагов иногда падают дополнительные монеты. Иногда падают. И самое главное, сделать количество этих ударов как можно больше. Не убийств, а ударов. Видите, приплывают ко мне постоянно мобы. Я опускаю сюда свою... это свое самое слабое йо-йо к ним опускаю и держу кнопку. Видите, сколько ударов каждую секунду проходит? И у меня уже 43 монеты серебра, 40, 55, 69, 77 монет серебра уже. Прикиньте, и я вот так вот стою и чисто могу отдыхать здесь. Я и еще рыбы приплывают, и больше ударов. Все, одна монета золота уже, пока я вам тут что-то рассказываю. Сечете? Вот, вот такая вот у меня ферма кучерявая произошла. Вот. Я, кстати, обзоры на йо-йо посмотрел. Я реально что-то себе захотел йо-йо с Алиэкспресса приобрести. Вот, еще чаще что-то пошло. Вот. А, и если я вот сюда к краю подойду, еще будет больше. Две монеты золота. И иногда может сразу несколько монет золота выпасть. Уже у меня три монеты, как вы видите, золото, видите? Вот, постоянно, ну, это реально ферма Баблинского. Я не знаю, как еще сделать, чтобы больше денег зарабатывать каждую секунду. Вот. Это вроде как все. Я, ну, вроде все показал, хотя я не уверен. Эту ферму можно сделать и в АФК. Хотите, покажу как? Смотрите. Сейчас. Смотрите, а, берем вот сюда, ставим блок, и вот сюда ставим блок. Потом надо очень аккуратно взять посох шершня и призвать только одного шершня, потому что если их будет больше, то не сработает. Вот так вот, оп, видите, и он вылетел наверх. Значит, его надо удалить и поставить опять. Опять вылетел наверх. Удаляем, ставим, тварь. Вот, но видите, какая скорость маленькая стала. Я все равно буду получать монетки, вот сейчас 2 меди, 5 меди, видите? Но гораздо медленнее. Зато АФК, зато я могу уйти там по своим делам, да, и отдыхать, своими делами заниматься. Но зато очень медленно. Вот, а на видео на ютубе было гораздо быстрее, потому что там, видимо, было яйцо призыва слизня. А у меня нету яйцо призыва слизня. Вот так вот это все работает. Или я могу потом, когда закончил фармить, да, я могу сделать вот так вот, оп. Все, убил всех, одну монету золота получил. И шлифанул домой. Вот такая вот у меня ферма, реально. Ну, крутая ферма, да. Надо было раньше ее сделать, но мы только вчера в джунгли, вот этот джунглевый храм и разобрали. Сечете? Так, на этом все. Я выхожу здесь. Вот. Я вам рассказываю свой сон, наконец-то. Ядрить, ну, представьте себе, я примерно в 7 классе, да? Это зима? Но только снежная зима, не как сейчас. Вот, а прям зима, не как сейчас, типа без снега, а есть снег, я в 7 классе. И при этом еще, прикиньте, моя мама, ну, беременна, там примерно где-то на 3-м месяце. Я вот это точно не знаю, но типа условие такое, что моя мама беременная. Вот. Ну и знаете, что происходит? Я в очередной школьный день выхожу на улицу, закончились уроки, было 6 уроков. Я выхожу красиво. Вот, а подождите, а я если смогу вам даже показать на картах, где это происходило, потому что у меня это все как будто происходило в реальности. Сейчас, карты Ростов. Скорее всего, там не будет карт. Знаете почему? Потому что это как бы дворы, и в дворах обычно не бывает карт. А еще может быть такое, что не бывает карт возле школ, чтобы тема с Бесланом не повторилась. Сейчас. О, вот, вот. Пацаны, ну короче, не, ни хрена, я почти не покажу. Сюда нельзя человека посадить. Или, ну, примерно покажу, короче, сейчас. Смотрите. Смотрите по центре. Вот это вот, вот это моя школа. И запомните вот этот вот дом. Вот этот вот дом запомните. Вот. На самом деле я тусил где-то аж вон в той стороне. Вот. Но вот этот дом запомните. Короче, ядрить, колотить. Знаете, что происходит? Я выхожу, уроки закончились. Я вижу там свою классную... как классного руководителя. Я там что-то с ней поболтал. И такой думаю, что-то хочется... Ну, уже домой как бы. Но дома делать нечего. Поэтому погуляю. И просто хожу там, знаете, по снегу и все такое. Ну и в какой-то момент, ну, думаю, ну ладно, пойду уже домой. Вот. И вспоминаем тот дом. Из-за того дома выходит челик с винтовкой.
Вот, и, ну, я напоминаю, которая вот так вот по одному выстрелу делает, вот, да, и перезаряжаешь, стреляешь, перезаряжаешь, стреляешь. Он подходит и идет, и я, ну, видимо, как-то либо слышу его мысли, да, либо, ну, это же фильм, вот. И он почему-то, короче, ёбнулся на фоне того, что со спортсменами происходит, да, то, что там, типа, вот этот допинговый скандал, и он почему-то ему люди кажутся спортсменами всеми олимпийскими, и он их почему-то решил расстреливать, короче, сечете, вот. И я как бы вижу его глазами, что он во мне видит какого-то конкобежца. А я, типа, обычный челик, я обычный школьник, прикиньте. Вот. Ну и что? Он идет, начинает, короче, по мне стрелять. Вот. И я, ну, вижу то, что какой-то пиздец. Я начинаю убегать от него. Бегу, бегу, я подскальзываюсь, и вот так вот, ну вот ноги, да, бегу ногами, подскальзываюсь, и чуть ли не делаю сальтуху и падаю, да. Я это вижу своими глазами, то, что я упал просто, ну, как дурачок, вот. А потом вижу его глазами, что он видит, что пока я вот так вот падал, летел, в его глазах это как будто я на коньках делаю трюки. Сечете? И он такой: ах ты, сука, олимпийские чемпионы, блядь, допинг, вся хуйня. Берет, перезаряжает и, короче, стреляет. Он меня ранит либо вот сюда, вот, либо вот сюда, я точно не помню. Вот, я ранен, начинаю прикрываться, но уже полицию вызвали. Я понимаю то, что мне надо просто потянуть время, чтобы подъехала полиция, потому что я уже ранен, я не смогу от него убежать еще и под снегу. Я пытаюсь побежать, спрятаться за какие-то машины, прячусь за машинами, и вот он уже ко мне в упор подходит, перезаряжает, должен сделать последний выстрел, и его хватают, ну, копы. Нас берут, везут в полицейский участок, мне там, естественно, по чуть-чуть зашивают, да, но не до конца мне все. Отвозят на допрос, и я сижу на допросе, а они подумали изначально то, что виноваты оба, и это типа двойная перестрелка. То, что я стрелял по нему, и они на меня тоже быкуют, да, там типа, чтобы я какие-то показания дал. И тут я начинаю рыдать, я так реалистично не плакал никогда во сне. Вот я реально плачу, я чувствую, как я, ну, как я плачу, реально. Вот. Я начинаю рассказывать ему все, что произошло. Вот. И тут, типа, еще звонок по телефону, и говорится о том, что, ну, мама, когда узнала то, что меня подстрелили, она так была шокирована. И напоминаю, да, в начале истории у нее была беременность. Вот. И то, что у мамы, у моей выкидыш произошел из-за того, что, ну, короче, из-за того, что меня ранили, и она перенервничала. Я такой, я начинаю еще больше плакать, ору. Вот. И, ну, короче, я насыпаю, все доказательства как бы за мной оказываются. И в итоге, знаете что? Его, когда выводили, он смеялся, и он типа, он все равно на моем месте видел какого-то конькобежца, которого вот хотел пристрелить. И он типа, он знал то, что он отсидит, но у него было такое внутреннее чувство выполненного долга. Вот, мне, короче, делают операцию, вот, зашивают дырку и говорят: вы никогда не сможете иметь детей. И я такой: еба. И все. И мне сказали: у вас теперь не рабочий пенис. Я такой: охренеть. Вот. И я как-то просыпаюсь, да, вот так продираю глаза, а рядом клетка с крысами, и крысы на меня смотрят. Вот, мне кажется, можно фильм снимать про сумасшедших людей, реально. Вот такой у меня реально блокбастер мне приснился, чисто реально. Чисто блокбастер. Я пойду. Да, блин, сорвалась рафляночка. Блин, ну тогда придется Александра Пистолетова заказывать, где он членом крутит. По-моему, он уже, кстати, не крутит членом, раньше за 1000 рублей он... Ёб твою мать! Чё? Блин, пацаны, извините, просто читы подрубились. Читы внезапно подрубились, прошу прощения. Блэд. Чё, блядь? Я умираю! Чего? Что?
Да что со мной происходит? Отпусти меня, ебучий спайс! Я под спайсом, блядь! Пиздец, помогите, я под спайсами, блядь, отпусти меня, ебучий спайс! Охренеть. Короче, пока так. А мне похуй, я Саски. Я чики-бамбони, Додо пицца.